Ну что ж, всем привет! Быть может, кто-то из вас уже видел в коротких видео премьеру кактуса Анатолия. А если нет, то и не страшно, потому что данный ролик откроет собой целую рубрику, посвященную этому товарищу. Но то видео все же советую посмотреть. Итак, знакомство с Анатолием. Так сказать, приквел. Это самая обычная история на самом деле. Собственно, сейчас я нахожусь в оранжерее, со мной уже сидит Анатолий. Вы только посмотрите на эту довольную физиономию. Вообще, я сюда с рассадой приехала. Но этот носатый суккулент прямо-таки напрашивался взять его с собой. Вместе с ним пришлось купить землю и удобрение. Так сказать, вкусняшку. Ну а мы уже идем к машине. Вернее, кто-то идет, а кто-то едет. Да, Толик? Ну все, Толян, помаши своей оранжереей ручкой! Или что там у тебя? Так уж и быть, выделим тебе отдельное место. Вип-ложе. Ну все, располагайся, здесь ты проведешь всю оставшуюся жизнь. Добро пожаловать, располагайся тут. Во, какой моднявый. Думаю, ему не будет тут скучно, ведь на этой тумбочке уже лет 7, как живет кактус Жорик. Надеюсь, они поладят. Ну что ж, это видео подходит к концу, но мы же не можем оставить Анатолия в этом страшном горшке. Поэтому небольшой спойлер. В следующем видео я покажу, как и из чего я сделала ему новый домик. Ну а также мы вместе его пересадим. Будет круто, но для этого нужно набрать под этим видео 50 лайков. Что скажете, справимся? Я на вас рассчитываю. В общем, всем чао, бобра и пока!